Значит, кормим линей. Это крабовая палочка, нарезанная мелко, а это сыр. Сыр очень любят, крабовые палочки хорошо едят. И очень любят мясо креветочное. Вот они набивают полные рты, а потом очень долгое время пережевывают то, что они схватили. Так, кормим линей гамарусом. Они уже прям четко знают, что их сейчас будут кормить. Как только они схватили кусочки, они долгое время сразу отбегают от этого места и долгое время прожевывают то, что они схватили. Удивительная рыба. Леньки хорошо себя чувствуют в аквариуме, они неприхотливы к низкому содержанию кислорода. Даже если вода будет не очень хорошего качества, они способны в ней жить. Ест все подряд. Кашу, картошку, хлеб, креветки, сыр, мясо, окорок. Другие продукты еще не пробовал, а вот растения типа ряски есть не хочет. Уж я их и так, и сяк, и эдак. Мне вот только белковую пищу подавай, и все тут. Аппетит у них просто охрененный.